Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Рыжик. Мы продолжаем играть в Rise of the Tomb Raider. Так, ну, я, собственно, начала оттуда, где сохранение у меня было. Тут, в принципе, недалеко до туда. Опа, чуть я, короче, не перескочила. Ага, ну этих челов я тоже не убивала потом, так, ну, чуть погромче сделать немножко. Они, короче, тут побазарят. Сваливайте быстро. Свалили. Или они не разговаривали, я что-то не помню, если честно, уже. В прошлой серии, как они себя ввели. Пошел нахрен отсюда, вот так вот. Так, есть контакт. Так, есть контакт. Этот ж хрен, он там, вон он, да? Вот, лежит. Короче, я в прошлый раз просто не увидела вот эту хрень, стену. На самом деле, ну, беленькую, да, я тупанула тут, короче. Типа, куда лезть, что делать? Вот там трупик лежит. Сейчас его там не будет. О, даже так можно было. О, прикольно. Так, это я уже вижу. И где труп? Он вот здесь вот лежал. Его уже нету. Чё за бред? Где труп? Украли. Демоны. Так, ладно. Погнали уже. Надо пройти как-то это все, это полигра пока что. Вот. Так, а здесь у нас что-то есть? Да, что-то есть у нас тут. Так, вроде не разбились. Вот тут вкусняшка. Блин, а вот как назад? Назад. А назад вот так вот. Опа! Так, а теперь разбегаемся. И вот так вот. Оба. Тихо. Ага. Так. О, все. Забрались. У нас тут прошло сохранение. Блин, а карту мне открыть надо. А вот здесь у нас аварийный тайник. Ну, это вот тот тайник, который я, короче, так и не открыла. Я хрен знает, как его открывать. Да хрен вообще пройдешь. Так, собор. Найдите способ проникнуть в собор. Опа. Так, куда-то мы проникли. Тут можно залезть. И все, да? Больше тут у нас.
Нигде ничего нету. Ну, лазейка, в смысле. Погнали. Опа. Так, что-то она там замышляет. Вообще наглая, да, такая, блин? Ускориться на советую. Больше ты ничего не советуешь. Он должен быть внизу. Угу. У нас засада. И что делать-то? И тут, блин, народ. Вообще даже не спрячешься никуда. Ой, блин. Попали мы по самые уши. И по самые помидоры влипли. Убить безоружную? Это жестоко даже для тебя, Лара. Хотя, впрочем, я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись, Анна. Не двигаться! Ты в западне! Убить ее! Живо! Твою ж мать, а! Есть один. О! Ох, ё-моё! Соглашайся на моё предложение, Лара! Пока не поздно! Пошла ты! Поздно стало, когда ты предала мою семью! Вот-вот! Я заберу отпуск, Анна! Кто-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его не найти, то тебе и подам. Иди к черту! Да, вот именно. Крофт идет к вам. Убейте ее и добудьте этот чертов атлас. Жесть. Ну ты стерва. Крофт продолжает ставить нам палки в колеса. Она сплотила народ долины, вытащила их из своих убогих лачуг и помогла одержать несколько побед подряд. Вот бы объяснить ей, как она ошибается, как нелепы ее моральные принципы. Этому миру уже не помочь полумерами. Его не спасти в одиночку. А раскрывать ему тайны святого источника — это сущее безумие. Можно ли склонить ее на сторону Ордена? Раньше я считала, что да. Но теперь нет. Мы с ней были близки, были связаны. Но теперь, похоже, выбора нет. Ее нужно сломить. У меня получится. Я ломала и не таких. Да? Ну, посмотрим, кого ты там ломала. Как там было? Ломай меня полностью. Жесть.
Это он. Не иначе. Найдите способ спуститься в архив. Что найдем? Давай посмотрим. Старая фреска. А это сосуды с греческим огнем. Я опередила Анну, но не знаю, во что ввязалась. Кто-то прячется здесь, в темноте. Но я должна идти дальше. Я зашла уже слишком далеко. Анна думает, что знает меня. Может, в какой-то степени это и так, но она не знает всего. И пока она недооценивает меня, у меня есть преимущество. А, вот двойной выстрел, давайте попробуем. Я хотела, да. Целясь с увеличением при полностью натянутой тетиве, вы можете захватить несколько целей, если на короткое время наведете на них прицел. При выстреле стрелы одновременно пронзят нескольких врагов. Красные символы прицела показывают захваченные цели, а позиция индикатора указывает, куда попадут стрелы, в голову или туловище. Вообще, в принципе, удобно, если надо двух человек снять выстрелами в голову. В принципе, ну, можно попробовать. Я взяла, попробую. Так, оружие. Оружие у нас тут что-то на лук есть. Скорость стрельбы. Конечно, берем. Че, мы дураки, что ли? Стабилизатор. И все. Дальше пойдем. Так, фреска, да? Бессмертная армия пророка. Да еще и с греческим огнем. Они были непобедимы. Да. Так, а у нас тут ничего нет такого. То мало ли, может, там что лежит, я просто не вижу. Ой-ой-ой. Фу. Чем так? О нет, его сожгли заживо. Ого, ого, ой, ой. А! О боже! Только не так! Я не могу! Только не так! Жесть, вообще капец! Такая кровища, вообще жесть. Блин. Что за чертовщина? Кто это там? Кто там? Конь в пальто, блин. Вот кто там, ё-моё. Эти сосуды. Они все еще наполнены греческим огнем. Интересно, он еще горит? Ну, посмотрим. Горит. Узнали. Горит. Так, здесь у нас... Нам это не надо. Кто-то верит, что пророк — это воскресший сын Бога, но сам он никогда такого не говорил. Кто-то называет его поступки чудесами, но он и это отрицает. Его истинное учение является ученикам в его скромности. Вскоре грядут перемены. Я роздал все, что имел, и полностью посвятил себя пророку. Я несу в народ его слово и обращаю в наше учение других людей из моего сословия. Увы, это разозлило знать, и хуже того, привлекло внимание Западной Церкви. Угу. Так, ладно. Так, у меня тут зажигательные стрелы, в дробовике патроны, тут кое-что есть, короче. Что мне как-то с калашом? А, мне с калашом как-то это... Не так страшно, что ли. А скинуть я не могу, да? Блин, печально. Короче, мне стрёмно, потому что тут какие-то черти орут. Какая-то там, какую-то хрень. А интересно, а вот тут я могу туда запрыгнуть или нет?
Ого. Прикиньте, какая я умная, да? А тут у нас что-то лежит, во. Западная церковь прислала гонцов, самопровозглашенных божьих воинов, рыцарей Ордена Троицы. Они хотят заставить пророка умолкнуть, искоренить его кощунство и положить конец его учениям. Но поздно. Мы не замолчим. Насилие стало обычным делом на форуме. Пророк знает, что нам не выстоять против них, поэтому из Константинополя нужно уходить. Мы уйдем в пустыню, начнем заново и продолжим дело пророка. Да. Короче, блин, а вон туда-то нельзя попасть. Там он греческий огонь тоже. Но туда навряд ли какой-то попаду, никак. Ну ладно. Не так так. Окей. Тут я уже хрен зацеплюсь, Саре. Вообще никак. А, ну здесь-то я залезть могу. Я просто сомневаюсь, что я смогу там вот как-то и зацепиться. Навряд ли, наверное. Падаю. Падаю я. Тут вообще что-то есть? Так, есть. Тут что-то есть. Здесь тоже есть. И все, да? И все, вроде. Ладно, берем атлас. Сейчас кто-нибудь сзади. О-о-о. Легай! Твою мать, а. Троица, они здесь. Цель обнаружена. Мы не можем ждать остальных. Всем открыть огонь! Есть. Получите. Получите. Установить заряды. На. Тихо, блин. Ах ты козёл. На. Так, сейчас. Тихо. Так, тихо. На. Ты труп. Давай, вот так. Ага. Пошел нахрен. Так, а вроде все, да? Всех я убил-то. Че, козлы, не нравится? Так, где там трупаки еще? Вот здесь. А здесь тоже трупак лежит. Он просто тут эти патроны с них можно взять. Так, а что еще? Что еще? Вон там еще трупаки лежат. Так, с этого я брала. Вот этого. И вон еще один. Так, а все, да? Тут бутылку можно взять, она с собой возьмешь, что ли, тоже. Потому что навряд ли это все.
Они сейчас вообще наглые пошли. Так, бутылка. Тихо. Тихо. На, хедшот тебе. Так, перезаряжаем наш калаш. У нас тут очень мало патрон. Это очень плохо. Это все вообще очень все плохо. Бутылку я с собой возьму. Об голову мне не получилось им бутылку разбить. Печально. Так, здесь вообще что-то есть? Нет. Блин, нифига не вижу. Так, вон там трупа, которую я не обыскала. Так. Где ты? Ну, вылазь. О, нормально, в глаз ему, блин. Так, все что ли? Тут я собрала все. Так, здесь что у меня? Что-то есть? Вроде нету. Так, с этого я брала. Может что-то наверху есть? Сейчас посмотрю. Мне кажется, навряд ли. Может что-то. А, вон там есть листок. Оба. Так, а что у нас тут может быть? А, ничего хорошего тут нету. Здесь травка есть, лечилочка. Так, есть взрывчатка. А, ну и все, собственно, тут больше ничего нету. Ну-ка, ну-ка, даже не поняла. А, это греческий огонь. Это греческий огонь. Труп я везде обыскала, только он остался. Всё. Так. От этих только рации одни остались. Вообще просто замечательно. Великолепно, чё. Так, темный луд. Найдите способ покинуть архив с атласом. Ха-ха. Ага-ха. Нет. Сера. Здесь все может взлететь на воздух. Нужно спешить. Она выходит. Нам нужен объект. Эй, сучка! Ой! Ой-о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 й.
Так, надо валить нахрен. Оу. Оу. Ой, пипец, придавило нахрен. Опа. Опа, у нас новое снаряжение, дыхательный аппарат. Так, с дыхательным аппаратом может бесконечно долго оставаться под водой без ущерба для здоровья. Ну, вообще шикарно, что могу сказать. Мы теперь русалка. Так, вот здесь можно выплыть уже, да. Капец, он все в кровище просто, пипец. Ни хрена не видно, надо, короче, полечиться, потому что я так ничего не вижу. Так, кажется, я нашла выход. Статуя стоит неустойчиво. Придется использовать греческий огонь. Так. Греческий огонь надо использовать. Давай. Нужно разрушить последние опоры. Так, мне хорошо. Понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Ага. Ладно. Так, давайте-ка мы сначала вот с этой стороны сейчас начнем. Наверное. Тут, ой, пипец. Тут всех пожгли, к чертовой матери. Тут какие-то тоже эти... О-оу. Стрёмно, однако. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Так, вот это мы сейчас найдем. Сосуды-то мы сейчас найдем, чё? Так, это мне не надо. Ай, что тут у нас вообще есть? Непонятно. Потому что у нас карты нету, поэтому и непонятно, собственно. Так. А, вижу. Потянуть. Так, ладно, а если мы взорвем эту штуку? Так. Это подрасчистит путь. Блин, и ветки загорелись. Хреново. Сколько они долго будут гореть? Так. Нельзя приближать его к огню. Может прикрепить к чему-нибудь. Так, понятно. Ну, я, в принципе, на той стороне сейчас видела кое-что, куда можно прикрепить, поэтому... Так. Поэтому сейчас мы прикрепим вот это. О, монеты.
Нельзя приближать его к огню. Может, прикрепить к чему-нибудь? Да сейчас прикреплю. Ты не переживай. Все двери закрыты. После смерти императора пророк впал в немилость, и нам пришлось уходить под покровом ночи. Новый император не питает любви к пророку, так что у рыцарей Троицы развязаны руки. Мы бежали в пустыню в поисках нового начала. Но рыцари нагнали нас и убили пророка у меня на глазах. Мы положили его тело в пещеру неподалеку от оазиса, и, охваченные горем, принялись возводить гробницу. Но рыцари Ордена придут снова. Им нужна не только смерть пророка, они ищут тайны святого источника. Но когда мы совсем уже пали духом, пророк восстал из мертвых. Теперь он победит наших врагов, как победил смерть. Ага. Конечно. Так, больше тут ничего нету. Вот эта штука зачем? Что она делает-то? Нельзя приближать его к огню. Может, прикрепить к чему-нибудь? Странно. Ладно. И это тоже при чем? Может, их обрезать надо? Только как? Что-то вот нельзя они светятся. Приближать его к огню. Может, прикрепить к чему-нибудь? Светится-то они светятся. А вот что они светятся, непонятно. Может, испытание какое-то, я хрен знает. Так. О, патроны. Весьма, кстати. Нельзя приближать его к огню. Может, прикрепить к чему-нибудь? Ну, здесь вот что. Ой, комнатка какая-то. Они смешивали столько летучих компонентов. Очень тонкая работа. Да. А взять тут нечего, да? Ну, там что-то есть. У нас есть это. Нельзя уже. Нельзя приближать его к огню. Может, прикрепить к чему-нибудь? О! Монетки и запчасти какие-то. Так, вижу. Ну и все, тут больше ничего нет. Опа. Так, а ладно, сейчас. Берешь, вот так делаешь. И потом просто вот так. Оба. Сейчас мы его направим сюда, чтобы он к огню не подплывал. Потом делаем вот так. Нормально? Нормально. Так. Все готово. Осталось только поджечь. А, ты смотри, можно сделать. Вот так можно сделать. Только смысл. Я думала, можно наверх как-то собраться. Не, ни хрена. Вот эта штука зачем нужна, понять не могу. Там вот можно ее, наверное, как-то обрезать, может быть, или что-то типа того. Вот не понимаю, в чем суть. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Так, ладно. Тут у нас... Блин, этот костер, прикиньте, я только сейчас увидела этот лагерь. До этого лагеря ты тут и не видела. Так, навыки. Тройной выстрел. Улучшает двойной выстрел, повышая количество целей до трех. Фига себе, блин.
Так, а здесь у нас что? Ага. Да, я, короче, это возьму. Что, набегу. Будем. О, урон. А, урон. Хрен. Хрен. Короче, только у пистолета могу что-то сделать. Скорость стрельбы. А я разве не... Тяжелый пистолет еще не собрала, да? Печалька. Так, подождите. У пистолета я могу что делать? Скорость стрельбы, боезапас. Скорость стрельбы. Ну, пускай будет скорость стрельбы, ладно, пофиг. Ладно. Так, собственно говоря, давайте мы на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Вступайте в группы ВКонтакте, в Steam. Подписывайтесь на канал на Твиче. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.